Приветствую тебя, друг. Мы по-прежнему в деревне Мибу, и на этот раз мы скрестим клинки с падшей монахиней. Бой начну с броска призрачного куная с последующим ударом для сокращения дистанции. Наношу 5-6 ударов. Теперь ее очередь бить, и нам нужно парировать все удары. Когда она разрывает дистанцию, бросаю вслед кунай, чтобы не расслаблялась. Против нее хорошо работает пыль и петарда Роберта. Спамя эти два инструмента можно с легкостью пройти данного босса, но это не для нас, и мы будем драться с ней на равных, не используя эту ее уязвимость. На выпад отвечаем контратакой Микири с последующим одиночным ударом. Здесь использую пепел и нарезаю навыком парящая смерть, урона немного, но навык очень зрелищный. На круговой удар отвечаю прыжком, использую удар полуночника в прыжке и сразу блок. Снова круговой удар, использую прыжок и, находясь в прыжке, даю Итимонзи. Всем спасибо за просмотр и до встречи на новых видео.